Доброе утро! С вами Кристина, инструктор Пилатес. И сегодня мы делаем упражнение для укрепления мышц спины. Для этого принимаем положение лежа на животе. В этом положении стопы располагаем на ширине таза. Пальцы лежат на полу, колени мягкие. Руки вытягиваем вперед. Ладони идут по одной линии от плеча, продолжая линию корпуса. Позвоночник, поясница в нейтральном положении, шея вытянута вперед, голова опущена, за макушкой вытягиваемся вперед. И далее со вдохом мы будем поднимать верхнюю часть корпуса, при этом оставляя ноги на полу и оставляя в нейтральном положении поясницу. С выдохом опускаемся. Делаем вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Следим, чтобы при подъеме не запрокидывалась голова, не прогибалась шея, макушка вытягивалась вперед. Не поднимаем голову и не поднимаемся слишком сильно, чтобы не прогибать поясницу. Вдох, подъем, выдох, вдох, выдох. Повторяем это упражнение 10 раз, после чего оставляем руки вытянутыми и корпус приподнятым. Остаемся в этом положении и теперь работаем руками, выполняем движения вверх-вниз мелкие, имитируя движение пловца, при этом не запрокидывая голову и стараясь не раскачиваться корпусом. Работаем на протяжении 20-30 секунд, после чего приподнимаем ноги от пола, поясница остается у нас в нейтральном положении. И повторяем движение еще и ногами, имитируя движение пловца также на протяжении 20-30 секунд. Стараемся не раскачивать корпусом, движения делаем мелкие, напрягая мышцы спины, мышцы рук и ног. И затем опускаем корпус. Эти упражнения помогут вам укрепить спину и стать сильнее. При выполнении каждый день начните с 8-10 повторов. И дальше можно время увеличивать. Всем хорошего дня, будьте здоровы!